Всем привет, с вами Агара, и мы продолжаем эту игру. Я очень рада, что многим понравилось, и многие написали комментарии, что да, давай полное прохождение. А я постараюсь, но там 60 уровней, мы с вами пока что на 8. Давайте начинать. Листы из истории болезни Эрла рассыпались, собери их. А, постараюсь. Так, у нас с вами на счете нет ничего, поэтому купить ничего не сможем. Спит. И алло, пальцем тыкает ее. Уиллисон? Тык-тык. Уиллисон? Ты что, ночевала в больнице? Похоже. Ну хорошо, почему ты спала на полу? Здесь три замечательных кровати. Я не знаю. О нет, история болезни Эрла. Я уверена, что все на месте. Просто собери листы. Я бы помогла тебе, но в аптеке все идет наперекосяк. Я пришла забрать пузырек с рецептом лекарства Эрла. Ну, он как сквозь землю провалился. Я даже не спросила, как идут дела в аптеке. А, проблем там хватает. Может, встретимся поболтать после твоей смены? Договорились. А, 300, а, 300, 300, ну блин, аквариум что ли купить? Давайте, да, купим аквариум, чтобы у них помедленнее, наверное, сбавлялись эти сердечки, чтобы я успевала золотые собирать. Поэтому да. Аквариум, хорошо, а потом будем кроватки улучшать, копить на них. Ну давайте, первый пациент, который хочет вымыться. Бабуську обслужим обязательно. Что она хочет? Ну, сейчас я иду. Выпишу вам рецепт. На кровать. Окей. Так, тебе такая кроватка и тебе тоже. Палочка. Ну, да, ладно, окей. Так. Быстро бегаем. Быстро. Быстрее. Минус один там что-то у нее. Что такое? Какие минус один? Ну-ка, перестань. А, и на кровать. Давай. Этих пока отпустим. Тебя в душик. Ага. Так, пластырь. Бегу, уже бегу. Потерпите, мужчина. Угу. Пусть он пока тут постоит, на рыбку посмотрит. А, так. Палка. Палка, 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 палка. Так, сюда. А, пластырь. Ой, подожди, перетянуть. Мотай, 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 мотай. Так, на кресло. Очень быстро у них заканчивается терпение, знаете. Не успеваешь подбежать, они сразу начинают сердечки терять. Психовать. Не стоит, друзья мои. Так, кроватка. Посмотрите, как медленно теперь набираем звездочки. Очень нужно много постараться, чтобы набрать три звезды. Туда-сюда. С вами все в порядке, да? Мальчик, что случилось? Рассказывай. Ватку. Зачем она тебе? Не знаю. Но держи. Отпустим, пока нет пациентов. Этих клиентов отпустим. Так, хорошо. Ага. Так, давай наберем шприц, потом палку и сделаем дабл. Быстрее, быстрее, быстрее. Смотри, как быстро шкала идет вообще. Ага. А, так, он хочет кресло. Пополним капельницу. Блин, так, ща-ща-ща. Окей, смотрите, какая я шустрая. Просто как этот Соник Супер-ёжик. Так, подожди. Пластырь, ватку. Ватка сюда, пластырь сюда. Тебя на кровать. Этих отпустить. Вауч. Ты просто гений. Так, что там перетянуть? Иди купайся. Кроватка, да, свободно, пожалуйте, да, мадам. Ой, ти-ти-ти-ти. Увидела его. Такой вылез. Вот здесь же можно было и не заметить. Он в цветах сидел, видели, да? Вообще. Так, давай послушаем, что там у тебя. Тудым-тудым-тудым. Все в порядке. Так, 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 так. Ну и отпусти там всех. Интересно, а сколько задач за раз он может запомнить? То есть вот я вот чикаю, чикаю, да? Так, это ватка.
Так. Так. Ага. Просто так как бы... Не могу отследить, сколько всего она может сделать. Ага. Смотрите, как она сразу захорошела. Ага. Иди в душ. Так, что из этих вот отпустим. У нас получается 4. 4 пациента. Почти добрались до второй звезды и кончается смена. Я чувствую, что более одной-двух звезд я больше не буду получать, скорее всего. Банка, палка. Сюда, сюда. Иди на свободную кровать. О-о-о-о. Быстро. Какие-то прыщи замазываем. Отлично. Мужчину положить на кровать, тут пополнить. Так, это сюда. Мальчика. Так, что тебе еще нужно от меня? Так, ага. Банка. Блин, смена заканчивается. Не знаю, успеем ли мы набрать. На, маш, маш. Сюда. Да, блин. Что ты не хочешь? Перемотать. Что, рука сломалась, видимо. Ну ладно, вот это сейчас будет вторая звезда. Да. А, слушайте, подожди, а бумаги я же не собрала. А где они были? А кто-нибудь видит бумаги? А, вот она, бумага. Вот бумага. Я только сейчас увидела, вот, 4 бумаги. Нет. Так, давайте переиграем. Извини, Рот, я опять просматривала историю болезни Эрла, ищу, что можно сделать, чтобы как-то помочь Майклу. Знаешь, он ведь даже не уверен, что отец его любит. Не думаю, что ты сможешь найти доказательства любви в документах Эллисон. Некоторые люди, а такие как Эрл, особенно держат свою любовь так глубоко и далеко. Нужны долгие раскопки, чтобы до нее добраться. Вот именно. Рут, ты чудо. Да, мне часто это говорят. Но в чем дело? Часто говорят. Подожди, я хочу... Это что? Почему он здесь появился? Я хочу собрать бумаги Эрла. Хомяка мы уже нашли. А бумаги давай пропустим. Давай играть. Вот раз бумажка. Так. Два, три, четыре. Еще, да? Блин, подожди. Так, 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 так. А где? Не вижу, не вижу, не вижу. А, они меня сейчас заколебут. Я не вижу боли. Вот еще бумажка. Так, градусник, потом шприц. Сюда, сюда, палка сюда. Так, тебя сюда. Кто-нибудь видит еще? Еще, я хочу собрать еще. Давай, неси ему. Вот, так. Да, что, на кровать? Вот. Еще одна где-то, блин. Я с ума с этой все не найду. Хочу, хочу, хочу. Где? Надо успевать еще за теми, блин, за всеми смотреть. На кровать. Так, давай, давай. Что, не получилось до конца? А время-то идет. Так, этих тоже отпусти. Последний листок, последний листок. Пожалуйста, мы только ради этого снова проходим уровень. Пожалуйста. Вот он. Господи, все. Я сделаю, я это сделаю. Все, теперь я уже не волнуюсь за то, что там звезды какие-то, что-то там это. Все хорошо. Так, ватку, на, держи. И там у нас все по одному, поэтому, наверное, стоит пополнить, пока не так много пациентов. Пока у меня есть время. Блин, ребята, это не просто, когда у тебя рассредоточено внимание на выполнение задачи, еще искать, как бы, реально, это нет, прям, правда, не просто. Чему надо? Так, так, палка сюда, сюда, так, оп, 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 всех быстренько обслужили, всем быстро помогли, вылечили, что такое? Грустняшки нет, отменяются грустняшки, ты иди на кровать. Ты сюда тоже, тебя сейчас перебинтуем, не волнуйтесь, женщина, всем поможем. Так, так, сюда. Очень быстро падает вот эта шкала, ну реально, ребята. Это нечестно. Давайте мне хоть какой-то шанс.
на всех же быстро так не успеешь среагировать, да? Я тебя... О! Ну, он у нас уже, в принципе, есть, поэтому нам как бы это... У нас есть эта фичечка. Поймать его. Звездочку получили. Ништяк. Дедуся сюда. Так, послушать тебя сюда. Дедуся, бабуся. Так, 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 слушать. Ага, мы молодцы. Ништяк, выписывай их. Что она еще хочет от меня, эта бабка? Подожди сюда. Ватку ей еще надо. Боже ты мой. Так, ага. Ой, не туда нажала. Ну ладно, не страшно. Пожалуйста, дедулечка. А ты чё? Я тебе же сказала подойти. Ну раз не реагируют почему-то пациенты. Ну ничего. Самое главное было собрать бумажки. Не забыли. Да блин, не знаю, насколько рыбка работает. Да вроде как бы ничего так. А все равно 2 звезды опять получится, да-да. Так, 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 так. Не 3. Явно. Явно не 3. Так, давайте, пожалуйста, женщину. Что там? Сюда принеси. Этих отпускай. На кровать, да? Такая озвучка. Давайте. Кто там следующий? Кремушком замажем вам царапку. Перебинтую мужчину. Дай, мама, дай, дай, дай. Все, отпускай. Да, до 3 звездов. Нет, дотянули чуть-чуть, ребята, совсем чуть-чуть. Дотянули 3 звездочки. Получили кристалл и собрали все рецепты. Это здорово. Так, опять она придет, нет? Она что-то читает. Да, это пропускаем. История болезни, вот она снова то же самое говорит. Пойдемте сюда кристаллик получать. Я думаю, стоит сходить. Оливер привел с собой кучу друзей, они повсюду. А, ловить хомяков. По-моему, да? 400. Ну, давай кровать улучшим, чё бы и нет. Конечно. У нас 2 такие суперклевятики. Прекрасно. Ага, поехали. Поймай всех морских зверей. Мотай. А, вот где-то появился. Где? Во, вижу. Блин. Где-то. Блин, я не успею всех клиентов обслужить, если я буду хомяков ловить. Отпускайте. Так, давай. А где, 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 где? Вот он. Ага. А, тебя-то я вижу. Тебя видно сразу. Так. О, их очень много! Ты... Нечестно. Блин. Можно я не буду с пациентами заниматься? Я буду только хомяков ловить. Господи, где я? Где, 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 где? Ага. Отпускай. О, боже. У меня не 5 глаз. Где-то вылез. Так, подожди, подожди. Где? Таплинский. Палка, палка, так, палка. Где, где? Я не вижу, не вижу, не вижу. Вот он был вот здесь. Черт. Нет. Вот так. Уж к ним вообще не подходить, пофиг на них. Так. Вата, вата, вата. Господи, у меня разбегаются глаза, реально. Где? Так. Блин, даже половины нет. Хотя уже полсмены почти прошло. Так, я тебя вижу. Ага. Тебя тоже. Попался. Блинский, ну чё вам надо от меня? Какие кровати? Задолбали. Так, 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 где-то... Ага. Вата, крем, это... Сюда, сюда, сюда. Да, Маш, все быстрее. Так, вот он. Ага. На кресло. Так, ага. Да, что там? Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Вот. Хомячок, там хомячок, быстро. Вот.
господи, ребята. Это жесть. Я не успеваю. Где? Подожди, подожди, подожди. Где, где, где? Где-то... Я его не вижу. Где? Ага, ладно. Блин. Чё ей надо там? Маналь, так, градусник, палка. Сюда, сюда, тебя поймала. Где, 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 где? Иной раз где-то, да, вылезает, я не вижу, где, блин. Мне кажется, я ничего не успеваю. Где? Ага, так. Ну, еще чуть-чуть. Еще немного. Так. Я тебя вижу. А, вижу. Подожди. Блин. Вижу. Господи, еще четыре. Принеси там, что им надо. Тебя вижу. Да. Так, сюда. А, где, 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 где? А? Еще один! Один! Все! Есть! Все! Я сижу. Толпа народу! Смены заканчиваются, блин! Идите все! Всех отпускай! Главное задание мы выполнили. Все, это супер. Не набрали звезд, черт с ним. Ну, потому что, ну, вы видели, да, здесь нереально, тут кристалл этот. Если получать кристалл, то не собирать свинок. Вот так. Я бы могла набрать, но это, ладно. Ну, это было забавно. Очень прикольно. Давайте девятое. Пусть запасы не заканчиваются. Хорошо, следить за запасами. Я учту вот за этими. Дима опять у меня будут тырить, значит, другие врачи. А, что это ты такая довольная? Больница Кунгсборо Бридж. Хорошая больница, но не понимаю, почему тебя это так радует. Твой отец, он живет в Куинсборо, и в двух шагах от его дома есть другая больница. Однако он каждую неделю тратит 1.5 часа на дорогу до больницы, в которой ты работаешь. Возможно, твой отец не умеет подбирать нужные слова, но его действия говорят гораздо больше. Знаю его состояние, это ему не поможет, но, по крайней мере, это доказывает, что он все-таки любит тебя. Я никогда об этом не думал. Спасибо, Элисон. О, обнимашки. Шоколадкой. 50 у меня. Так, пошли дальше. Припасы не заканчиваются. Да, я помню, теперь об этом уже будем следить. Следить, следить. Тихо. Ага. Женщина готова. Капельницу ей прокапали. Давайте еще следующего. Быстрее, быстрее, люди мои. Приходим. Я быстро всех обслужу. Кремшкой давай тебе все замажу. Ага, что тут у нас? Попрощавело. Так, палку. Палка держи. Так, сюда. Этих отпустить. Тонометр принести. Хомяк. Иди на кроватку. Тебя в душ. Так, ага. Ага. Надо на кроватку еще прокачать. Будет вообще здорово. Три у нас будет нормальные кровати. Это класс, это класс. Тонометр. Че там, бабку мы не успели отпустить, что ли? Почему? Отпускай. Тебя на кровать. Проследуйте, пожалуйста, мужчина. Комбо. Комбоя. Тин-тирин-тин-тин. Так. А что он такой недоволен? Где золотые сердца? Эй! Старичева. Ты чё, а? Ата-папа. Сюда. Угу. Палочку сюда. Что они, типа, уши чистят, что ли? Нос? Так, мальчишечку кладем. Ага. А чё? В смысле? Уже не выполнено это задание? Ох, ты же ж. Гадство. Типа, и что, у меня смена не закончилась, и я пополнила, и уже не выполнено это задание, да? Ах ты ж.
Типа не надо было на нее нажимать, пополнить, а потом... А, я не знала. Ну ладно, что ж. Это не такое прям интересное задание. Поэтому пофигу. Дай пополни. Градусник поставь ей. Так, мужчина хочет мыться. Этих отпускаем. Счастливчиков. Так, ну одну звездочку мы точно берем до конца смены. Дед, кстати, все так никак в себя и не придет. Палка на. Так, что тебе? Градусник держи. Тебя в кресло, тебя тоже. Почему у нас всего два? Здесь вообще еще можно поставить. Вот тут еще два. Хотя неудобно будет между кроватями бегать. Действительно. Паренек еще что-то захотел там. Так, ватку. Ну, держи, ватка. Так. Сейчас это еще у нас из душа выйдет. Посмотрим, что хочет, и отпустим там пациентов. Ага, еще что-то ей надо. Так, капельницу. Легко. Смотри-ка. Так, крем. Царапины у нее еще какие-то. Крем. Так, бегу, бегу, бегу. На, держи. Тебя в душ, тебе пластырь. Этих отпускай. Три счастливчика. Четыре. Четыре счастливчика. Комбо. Две. Че, две? Я так же скоро начну разговаривать. Это здорово. Так, четыре раза туда-сюда. Хорошо. Ватная палка. Терпите. Недовольна она, блин. У вас прям нет никакого терпежа. Ну, все надо прямо срочно, выстрочно. Да, пополни-ка, пожалуйста. К сожалению, быстро все закончилось. Так, это сюда. И смена окончена. Наша беготня завершилась. Так, мужчине что-то там расцарапали. Ты як, тут какие-то каракульки у него. Уж вас так. Все, окей. На выписку. Счастливо. Оливера я поймала, кажется. Да. Ну, задание не выполнила. Ну и ладно. В целом, ну, как бы, я говорю, выполнимо, но что. Я надеялась, что Эру придет в себя до того, как меня переведут в другое отделение. Совсем забыл. Завтра же твой последний день здесь. Мне правда будет очень тебя не хватать. Хочешь, я постираю эти простыни? Нет, я займусь этим. Ты и так сделала больше, чем нужно. У вас должна быть прачечная при больнице. В смысле, я постираю эти простыни? Что за... Так, 5 и 10 уровень у нас. А потом мы переходим в другое с вами отделение. Здесь не получили, и здесь не получили. Ну да, ладно. Не стой на месте более 8 секунд. О, я что, по-вашему, стою на месте? По-моему, такого вообще ни разу не было, чтобы я стояла на месте. Это просто счастье. Стой на месте. Вы обалдели? Так, ну давай. Я буду чаще бегать, отпускать. Потому что, видите, минус, минус, минус идет. Так, тебя сюда. А, нет, нет, нет. Давай заново. Видели, как тикает? Видели? То есть я должна просто бегать, непонятно чем заниматься. Если у меня нет пациентов, я что должна делать? Ну, отпускай ее. Давай. Этого в душ. Ну, пробеги сюда. Не стой на месте. Катась, бегай. Так, пуньк-пуньк сюда, тебя сюда, тебя сюда. Пуньк-пуньк-тум-тум-тум-тум. Так, ага. Сюда. А, еще. Ну, вот как раз. Чем больше бегаешь, тем лучше. Это замечательно. Я не успеваю стоять на месте. Я думала, она вообще не стоит на месте. Такого не бывает просто. Эту перемотать. Тебя в душ. Так, мотай, 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 мотай. Отпускай. Отлично. Мужчину. Блин, время идет. Ага, замечательно. Отпускай. Палка сюда пошла. Так, пополни. Молоченькая. Так, ватка. Ага.
отпускай. Вот, чаще на кассе бегать, я поняла. Вашу затею, блин. Градусник легко. Тонометр сюда. А, о, смена заканчивается, короче, меня бесит это. Отпускай. А что такое? Кремушек. Просто на кровать нажимаешь, и твое спасение. Так, а я когда мажу, у меня... Ага, у меня не идет это время. Это очень, очень хорошо. Вот эта вот штука не идет. Так. Выписываю вас, бляди. И пациентов нет. Смотри, какое гадство. Пополни. Ну так. Ну, конечно, не пусто, но все равно. Нет? Нет? Сюда? Тебя на кровать? А? О! Нет, нет, мы не проиграем. Тебя? Бомбежка. Мотай, мотай вот эту бабу. Так, ага, перемотка. Отпускай. Палка сюда. Так, тебя в душ. Блин, ребята, господи, осталось совсем немного. Несколько секунд. Отпускай. Черт. Давай. Мы выдержим и справимся. Все получится. Да, сбегай. Так просто. Ага, принести пластырь. Окей, еще один пластырь. Потом пополни. Есть чем пока заняться. Потом отпускать побежим. Ага. Давай, смена. 5 секунд. Градусник несу, уже несу, уже бегу. Угу. В кресло. Отпусти женщину. Этого прими. Давай, смена, конец, конец. Пожалуйста, этого отпускай. О, да! Спасибо. А чё, всё, не конец? Видимо, до последнего пациента. И отпускай его. Справились, ребята. Потом можно, знаете, отдельно проходить эти, да, эти уровни, как бы на звезду конкретно. Это если уж вам прям это очень хочется. Вообще основное задание сделано, которое нас просили сделать. Но ну, тут мы не получили, как и здесь. Ну и ладно. 10-й. Помоги за минуту 10 пациентам. За минуту? Не знаю, как у нас это получится. Пазья! Офигел. У меня последний день, стоило попробовать. Поражал на дне. Так ты только посадишь легкие, другого результата это не принесет. Пазья! Таков мой отец. Даже во сне он умудряется делать все назло. 250, у меня нет денег. Пошли дальше. Да, помоги пациентам. Я, блин, постараюсь. Если они будут часто приходить, как от... это же не только от меня зависит помочь пациентам. Насколько как бы быстро они приходят. Ага. Отпускай их. Тюм-тюм. Так, тюм-тюм. Не, маш. Все. Ты что, ты не пошла? Я ж тебе чикнула, женщина. Что с вами? Не так. Отпускай. Так, этого замотать. Окей, перетяни. Отпускай. А, кроватка лежать. Давай. Ага. Укольчик хочется. Желтенького чего-то. Где? Где? Там? Там хомяк. Вот он. А, я его увидела. Я, блин, так натренировалась после того, как там выловили хомяков. Угу. А, счастливо вам. Не болейте. Покасики. Да, прикладывайтесь тут к кроватке к нашей. А, да, ей нужна пластырь. Душек легко. Еще двоих. Еще. Что, блин? В смысле минус один? Не от меня зависит, нет пациентов. Я что должна делать-то по-вашему? Минус, и все, тут хоть ты тресни. Так, кроватка лежать. Ага. Так, это принести тебя в душ. Здесь обслужить. Мин... Вот вы видите, что происходит? Они раз, минус. Так если они не пришли, я же не могу их... Как в смысле? Что делать-то с ними?
если их нет. Так, замазывай быстрее. Это сюда, тебя в кресло, да, тебя в кровать, да? А, все, выполнили. Фуф. Ну все, я могу расслабиться немного. Какие же задания-то эти, слушайте, они простые, однако. Да. Так, ну хорошо, у нас полсмены, я выполнила задание, мы теперь можем, в принципе, ориентироваться на получение звезд. Что-то, ну, как-то... Три-то я не знаю, у меня даже полсмены прошло, у меня даже половины нет. Поэтому... Ладно, знаю, да знаю, палка, она хочет ватную. Так, сюда пополнить. Деда в кресло, тебя тоже. Сейчас я вам выпишу рецепт. Досвидули, там... Ага, сейчас досвидули. Еще что-то от меня хочет. Ватную. Ватную вату. Хочет. Окей, сейчас я вам, женщина, поставлю капельницу. Будьте счастливы, вон как вам хорошо. Захорошело. Так, душик, безусловно. Пластыречек сейчас приклеим. Угу, кто там у нас из душа выходит, что там? Так, опять в кресло. Так, тебя тоже, эту женщину отпусти. Мотать им надо все. Оба какие-то поломанные. Вы что, откуда? Пацаны, вы откуда такие сломатые? Ага, кроватка лежать. Тебя отпустить. Тут он и так что-то не особо-то. Звезд-то у него. Так, аж еще расстроится. Укали его. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Все быстро. Все очень быстро. Выписка рецептов. Кроватка лежать. Ну, не, короче, даже две звезды. Не получим. Это, конечно, фиаско, братан. Что делать? Вроде, видите, стараюсь. Вроде стараюсь. Но чё-то как-то... Побольше... А, ну две, ладно, две получили звезды. Хорошо. Ему тоже нужна ватная палочка. Там на ушке не чистил, что ли? Мужчина. О-о! Так, укольчик, ща. И рецепт. Три, конечно, нет. Я не знаю, как надо бегать, чтобы получить три. Ну, слушайте... Я вроде как и так нажимаю, как могу, быстро. Но нет, чуть-чуть не дотянули. Закончено дежурство в стационаре. Оливера мы нашли. И... А что, в целом, мне даже дали этот рубинчик. Аптека. Ты будешь готовить, искать лекарства, подписывать рецепты и много смеяться вместе с Рут. Подсказка, пройдясь 10 уровней в одном месте, ты будешь приходить новое. Ну, это мы поняли уже, что мы теперь работаем не здесь, а в аптеке. Перевод как бы у нас случился. Ты отлично поработала, Эллисон. Честно говоря, лучше, чем я ожидал, когда впервые тебя увидел. Ты очень заботливая, ты качество сделала из себя отличного врача. Запомни это, ты гораздо, гораздо лучше, чем можешь себе представить. А ты отличный учитель. Ведро! Дай же ведро! Эрон? Какую ведру? Да. Спасибо, меня чуть не стошнило от ваших сопливых нежностей. Как хорошо, что ты вернулся, Эрл. Подстебал. Ладно, ладно, он пришел в себя, хорошо. Ты же знаешь, да? Знаю что? Ты знаешь, что я Я знаю, папа. Троллинг от Тарла. Какой же рафик, прикольная картинка, мне нравится. Привет, Дэниел, кажется, ты чем-то озабочен. Я выбираю цвет для нового больничного корпуса. Не могу выбрать между королевским синим и лазурно-синим. А может, лучше ты выберешь цвет? Ты уверен? Ну, конечно, вряд ли из-за этого случится что-то непоправимое, правда? Ага. Ай, новый уровень. Знай свое дело. Аптека. 11-й. Тут что у нас с вами? Ага, Майкл у нас открылся. Отлично. А рубинчиков сколько? Алмазиков, точнее. 4. У нас с вами 4 алмазика. Но, блин, что-то еще такое дорогое. Хи-хи-хи. Будем копить. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Вообще, следующая серия у нас будет в аптеке. Пойдем.
смотреть на новые фишечки, новый геймплей, видимо, смешивать какие-то лекарства надо будет или что-то типа такого. Вот, не забывайте пальчик вверх, комментарии пишите, обязательно все читаю, и до встречи, всем пока!